Добрый день, уважаемые телезрители. Сейчас время интервью. И сегодня мы беседуем с Константином Сиденко, директором Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами филиала РосРАО государственной корпорации «Росатом». Константин Семенович, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы поговорим о той большой работе по реабилитации экологически опасных объектов, которая уже сделана, и о планах на будущее. Но для начала давайте все-таки посвятим тех телезрителей, которые, возможно, впервые слышат о таком предприятии «Дальрао». Что это за предприятие и что там вообще происходит? Добрый день. Наше предприятие было создано в 2002 году на базе береговой технической базы Тихоокеанского флота. И вот с 2002 года мы занимаемся утилизацией наследия военно-морского флота, в частности, атомных подводных лодок и судов атомного технического обслуживания. И вот сегодня, завершая год экологии, нам есть о чем поговорить, и есть за что отчитаться и, в принципе, чем гордиться. Угу. Ну вот стоит просто упомянуть, для чего оно вообще создано было, это предприятие, да? Почему такая необходимость возникла? Это предприятие возникло по следующим причинам. Первое. Переработка твердых радиоактивных отходов, утилизируемых атомных подводных лодок, естественно, это не прерогатива флота или Министерства обороны. Поэтому на базе госкорпорации «Росатом» и было создано вот такое специализированное предприятие. Их два у нас в стране. Одно на севере, одно здесь, на Тихом океане. По утилизации, как я ранее говорил, атомных подводных лодок. Закончилась холодная война. Было много выведено из боевого состава атомных подводных лодок и судов атомного технического обслуживания. Надо было решать вопрос, как создать безопасную дальнейшую их утилизацию в рамках вообще всей нашей России. Поэтому и были созданы эти специализированные, значит, предприятия, которые работают вот с 2002 года, как я ранее говорил, на севере и здесь у нас в Приморье. Угу. Ну, в Приморье это единственное такое предприятие. В Приморье это единственное предприятие, которое занимается обращением с радиоактивными отходами. Вот осенью этого года наша съемочная группа воочию наблюдала за уникальной операцией в бухте «Разбойник». «Дальрао» принял на реабилитацию сразу 12 трехотсечных блоков, списанных атомных подводных лодок. Вот какова дальнейшая судьба этих трехотсечных блоков и что вот сейчас, какая работа с ними проводится? Наше предприятие состоит из двух отделений. Одно отделение на Камчатке, где непосредственно базируется атомный флот Тихоокеанского флота. И второе отделение здесь, в Приморье. Основное подразделение – это, безусловно, здесь, в Приморье, где мы производим, значит, разделку и утилизацию многоотсечных блоков, формируем с них блоки, значит, реакторных отсеков и ставим их на длительное хранение. Хранение предполагает, значит, постановку этих блоков на 70 лет, но в дальнейшем уже наши потомки будут разбираться, что дальше делать с этими реакторными отсеками, которые поставили на длительное хранение. Поэтому в этом году с Камчатки, так как там, значит, Северо-Восточный региональный центр утилизировал атомные подводные лодки, создал с них многоотсечные отсеки вместе с реакторным отсеком, и мы вот совершили эту операцию, перевезли, впервые в мире такая операция, значит, совершена, сюда, в Приморье, 12 блоков для их дальнейшей утилизации. Эта операция произведена успешно. Сегодня эти блоки освидетельствованы, значит, на их безопасность при хранении в пункте, значит, временного хранения этих блоков, поставлены на хранение, но в дальнейших их ждет такая же утилизация, такая же, значит, работа с ними, которая была уже проведена и с блоками, которые здесь у нас в Приморье. Угу. Константин Семенович, а вот с 2002 года, с момента открытия предприятия, сколько уже реабилитировано, да, атомных подводных лодок, утилизировано и переработано жидких радиоактивных отходов? На сегодняшний день активная работа по, значит, утилизации многоотсечных блоков, в принципе, мы же создавали предприятие, она началась в 2014 году. И темпы такие, если раньше в год мы перерабатывали один, потом пять блоков, то в этом году мы переработали 13 блоков, и два блока уже практически заканчиваем 2018 года. В целом за эти годы на предприятии переработано порядка 20 тысяч тонн
твердых радиоактивных отходов. Они законтейнированы и поставлены на хранение у нас, значит, здесь, в бухте Сысоева. И, как вы знаете, совместно с Институтом химии мы создали уже промышленную установку по переработке жидких радиоактивных отходов. Примерно в год, ну не примерно, а в год мы перерабатываем около 600 кубических метров жидких радиоактивных отходов, в принципе, до питьевой воды. Поэтому мы обеспечиваем чистейшую экологическую обстановку здесь, в Приморье. Кроме того, если на севере эти работы продолжаются, то мы в 2015 году завершили утилизацию имеемого облученного ядерного топлива и все вывезли отсюда, значит, соответствующему национальному оператору, который хранит это отработанное ядерное топливо. Всего вывезено, значит, с Приморья 43 эшелона отработанного ядерного топлива. Угу. То есть стоит подчеркнуть, что в Приморье ядерного топлива нет? Оно есть, ядерное топливо, но оно, значит, в действующих атомных подводных лодках. Угу. Отработанного ядерного топлива в Приморье сегодня нет. Угу. Замечательно. Константин Семенович, насколько мы знаем, что Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами планирует и дальше развиваться и наращивать производственные объемы. Расскажите об этом. Есть два направления, по которым сегодня работает, значит, в принципе, значит, госкорпорация и мы, как структурное подразделение Росрао. Первое направление – это увеличение объемов перерабатываемых твердых радиоактивных отходов и жидких радиоактивных отходов. Но мы движемся вот в каком направлении. Создаем более экологически чистое производство. Поэтому сейчас начато строительство у нас здесь, в Приморье, регионального центра по кондиционированию и переработке твердых радиоактивных отходов. Что это значит? Это значит, что те производства, которые будут на этом региональном центре, они очень экологически чистые. Если мы сегодня вот этот металл перерабатываем в большие фрагменты, то этот центр позволит безопасно утилизировать сейчас большое количество твердых радиоактивных отходов, минимизируя их общий объем на выходе. Там будут применены разные производства. Это и горячая упаковка, это и цементирование, это химическое сжигание. И на сегодняшний день проведены переговоры уже и с японской стороной, которая нам обещает закупить или выделить средства на покупку самого современного оборудования для этого регионального центра. Региональный центр должен вступить, значит, или начать работу после 2021 года. Сейчас ведется строительство. Кроме того, безусловно, наше предприятие должно быть обеспечено теплом, водой и так далее. Если раньше мы, значит, использовали наш уголь для производства, значит, тепла, были угольные котельные, то сегодня мы уже практически ушли, не практически, а ушли от, значит, угольных котельных. Создан энергокомплекс, который работает на чистом топливе. И строится котельная в бухте Сысоева, которая будет работать на сжиженном газе. Поэтому и в этом отношении мы создаем нормальную экологическую обстановку здесь, в Приморье. Второе направление, которое сегодня рассматривается, но оно уже в госкорпорации и нашим генеральным директором госкорпорации принято к производству, сейчас идет проектирование, это расширение наших возможностей по утилизации атомных подводных лодок. И, очевидно, это будет строительство для нашего предприятия большого плавучего дока, который позволит полностью утилизировать атомную подводную лодку. Если сейчас многосечные блоки, то это будет полностью атомная подводная лодка или судно атомного технического обслуживания. Плюс мы расширяем сейчас, значит, площади для базирования подводных лодок, выведенных из боевого состава Тихоокеанского флота и судов атомного технического обслуживания. И предприятие как бы приобретает и новый облик, и будет готово вот к полной циклу утилизации, о том, о чем я раньше говорил. Что это нам дает? Первое, безусловно, это рабочие места. Если региональный центр сегодня по штатному расписанию будет иметь более 100
значит, человек персонала, то, создавая это предприятие, его дальнейшее развитие по полной утилизации полного цикла, завершающего жизненного цикла атомных подводных лодок, это еще порядка, значит, около 200 человек. Поэтому предприятие на сегодняшний день уже, наверное, будет градообразующим предприятием города Фокино. Но это то, что касается Приморья. На Камчатке мы вот с 2017 года приступили к реабилитации отделения, которое находится на Камчатке. В принципе, выгрузили уже одно хранилище. И продолжаем работы по, значит, нашему камчатскому отделению. Работы весьма сложные, непростые в радиационном отношении, но также они, значит, сегодня производятся подготовленным персоналом, и каких-либо, значит, вот, ситуаций, связанных с радиоактивным облучением или выбросов радиоактивного загрязнения, нет. Мы тоже производим это дело безопасно. Безусловно, для того, чтобы вот эти вопросы решать экологически чисто и, так сказать, с хорошим промышленным продвижением, мы применяем сегодня, и наши руководители московские пошли нам навстречу, у нас есть сегодня современная техника, которая позволяет производить безопасно вот эти, значит, сегодня работы. Угу. Ну вот если говорить о технике, какая техника сегодня применяется и какую технику вы планируете в ближайшем будущем применять? На сегодняшний день здесь у нас в Приморье применяется техника японского производства. Это, в частности, плавучий док, буксир и ряд, значит, кранов. И техника германского производства. Это судовозные системы, управление этими судовозными системами, специализированный цех окраски реакторных блоков, который также, так сказать, выполнен со всеми нормами экологической безопасности. Если мы говорим о региональном центре кондиционирования, который находится на Сысоеве, который мы строим, я вам скажу, что там будут применяться даже нанотехнологии, которые полностью обеспечат безопасную работу вот с радиоактивными отходами. На Камчатке применяется в том числе и роботизированная техника. Угу. То есть стоит подчеркнуть, что новые технологии еще надежнее обеспечат вот экологическую безопасность. Ну, я думаю, я даже уверен в этом деле. Потому что вот за все время существования нашего предприятия, во-первых, персонал подготовлен. И каждый год он проходит и аттестование, и обучение в наших специализированных учреждениях, которые есть в Росатоме. А во-вторых, та техника, которая нами используется, она позволяет безопасно, во-первых, проводить работы, а во-вторых, обеспечить экологическую безопасность вообще здесь для окружающей среды. Константин Семенович, вы как командующий в свое время Балтийским, Тихоокеанским флотом, даже Восточным военным округом, наверняка знаете все о подводных лодках. Вот что самое опасное в списанной подводной лодке может быть, и может ли это представлять опасность для приморцев? Ну, самое опасное, которое сегодня может быть, это то оборудование, которое у нас есть в реакторных отсеках. Вот для этого мы и существуем, чтобы сформировать безопасно блок реакторного отсека, обеспечить его герметичность, соответствующие технологические решения, которые сегодня применяются для этого, они достаточно прогрессивные для нашего времени. И, как я говорил вам раньше, сформировав блок, мы ставим его на хранение на 70 лет, уже не входя и не обследуя вот этот блок реакторного отсека внутри, потому что наши технологии позволяют безопасно хранить эти блоки в течение 70 лет. Угу. Вот я правильно понимаю, что для работы вашего предприятия требуется серьезное научное сопровождение? И здесь стоит упомянуть наших дальневосточных ученых, благодаря которым сегодня успешно работает предприятие по очистке жидких радиоактивных отходов. Напомню нашим телезрителям, что ученые Института химии ДВОРАН создали уникальные сорбенты, которым сегодня нет аналогов в мире, способные чистить радиоактивную воду повышенной солености. И мы знаем, что эти разработки ученые постоянно совершенствуют, и они находят применение на вашем предприятии. Так ли это? Вот то, что вы сказали, это совершенно верно. На сегодняшний день, и вот то, что сегодня создан этот сорбент, безусловно, это наш Дальневосточный институт химии. Таких технологий, таких сорбентов сегодня, кроме нашего института, никто не создал.
Сегодня в этом сорбенте заинтересованы и, так сказать, наши предполагаемые коллеги по той ситуации, которая сложилась в Японии. Сегодня заинтересованы вот в этих сорбентах и другие, значит, государства, которые перерабатывают также жидкие радиоактивные отходы. Но мы на этом не останавливаемся. И сегодня на нашем предприятии с помощью сотрудников Дальневосточного института химии проводится дальнейший эксперимент по совершенствованию этого сорбента, который позволит перерабатывать жидкие радиоактивные отходы разной солености, в том числе с промышленными отходами, и нарастить скорость переработки этих жидких радиоактивных отходов. То есть мы наращиваем скорость потока, но все равно на выходе мы получаем сегодня безопасную, чистую воду, которая не приносит никаких, так сказать, экологических опасностей нашей окружающей среды. Безусловно, это заслуга наших дальневосточных ученых под руководством академика Сергиенко Валентина Ивановича. То есть, я правильно понимаю, вот уже чистую воду смело сливают за борт? Воду мы смело не сливаем за борт, потому что есть технологии, как эта вода в дальнейшем идет. Там она проходит ряд ступеней для того, чтобы ее в дальнейшем выпустить в экваторию, на грунт. Проверка. У нас есть специальные лаборатории, которые проверяют эту воду. Только потом мы ее выпускаем для дальнейшего, так сказать, использования в экватории или на грунт. Константин Семенович, вот с появлением новых рабочих мест, да, на вашем предприятии, чем эти рабочие места могут быть привлекательны для специалистов? Я думаю, что по двум аспектам. Первое. Во-первых, эта работа очень интересная. В том плане, что она позволяет совершенствоваться тому или иному специалисту. Он будет работать на самой современной технике, которая сегодня существует. Безусловно, при наборе этого персонала он пройдет достаточно большое обучение, будет допущен к этим работам. И это тоже интересно. Он получит новые знания. Во-вторых, очевидно, набор будет всех специалистов с высшим техническим образованием, потому что на этой технике должны работать и инженерные специалисты, или специалисты с инженерным образованием. Второе, что интересно, у нас уровень заработной платы на сегодняшний день 81 тысяча и больше. Поэтому я думаю, что и с точки зрения вот, социума, это тоже будет очень, так сказать, привлекательно для специалистов. И, безусловно, мы вот на эти работы будем рассматривать, безусловно, молодых специалистов, которые должны прийти на наше предприятие. Это наше будущее. То есть вот примерно так мы будем работать. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам, приморским атомщикам в новом году, тем, кто стоит на страже радиационной безопасности края? Дорогие друзья, коллеги, в канун Нового года я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту огромную работу, которую вы сегодня проводите в интересах и Приморья, в целом в интересах всего нашего государства. За вашу преданность вот своей специальности, она непростая и очень важна для нашей России. Что вам пожелать? Первое. Безусловно, здоровье. Благосостояние ваших семей и уверенности в завтрашнем дне. Так что с наступающим Новым годом! Спасибо, Константин Семенович. Мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым годом. А я напомню, что сегодня мы беседовали с Константином Сиденко, директором Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами филиала РосРАО государственной корпорации «Росатом». Спасибо. Интервью провела Елена Штылина. До встречи!